В возрасте 76 лет ушел из жизни автор государственного флага Казахстана Шакен Ниязбеков. Панихида состоится в понедельник утром в музее имени Абылхана Костеева. Ниязбеков – уроженец Тараза. После окончания школы он поступил в знаменитую Мухинку – Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. Еще будучи студентом, участвовал в реставрационных работах в Эрмитаже, Исаакиевском соборе и Петродворце. Курмангазы, Исатай Тайманов, Абай, Мухтар Ауэзов, Жамбыл, солдат из Казахстана, материнство – это некоторые из знаменитых работ художника. К достижениям Ниязбекова относят также надгробие Бауржана Мамушева и герб Алматы.